Вот он, старый вокзал, суматоха и толпы указ. Я вернулась опять. Александр Аркадьевич, милый, как это все просто сейчас. В сотый раз слышу голос простылый, что поезд отправится в час со второго пути. А пока пронесусь по бульварам, как смерч, чтоб быстрее войти в этот храм, где певучая речь, как волна за накатом накат, где лохматый старик не глядит на тебя с потолка. Подожди, не до вас. Он сейчас создает облака и века, и дожди. Где, уже как знакомый, под куполом машет Христос, и древнейший обряд месит кашу заправски в душе из восторга и слез. Там, где свечи горят, в ряд усевшись под сенью икон. И закон не приложен, порядки просты. Это ты. Это.